Благодаря тому, что нитевая методика, она проводится курсом, и мы обрабатываем от одной до максимум трех зон на лице, то есть вводим одну, две или три упаковки нити, не больше. Реабилитация проходит очень мягко. Вообще мезонити отличаются тем, что после их введения в тканях не развивается какой-то бурной воспалительной реакции. Она очень мягкая. Тем более, если доктор провел ее тщательно, владеет мануальным навыком, у вас не должно быть лицо сильно травмировано. То есть это опять же показывает уровень квалификации и качество мануального навыка врача. Очень аккуратно сделанная процедура. Минимальная травматизация ткани, в дальнейшем минимальная острая фаза воспаления, которая развивается на нити, делает реабилитационный период очень мягким. Вы чувствуете легкую такую отечность и болезненность, может быть, при активной мимике, при надавливании. Вообще должна сказать, что все мои методики, они учитывают динамический принцип, то есть вписываются в вашу мимику и не мешают, не смещаются. То есть вы сохраняете свою мимическую активность именно такую, которая у вас ваша индивидуальная. То есть мимика не ограничивается никаким образом. При этом, конечно, когда возникает вот эта острая фаза воспаления в реабилитационном периоде, она длится где-то около 2 недель, но она мягкая. Но внутри все-таки ткани отечные, и немножко при мимике вы можете чувствовать вот эту легкую болезненность. Опять же, внешне это легкая отечность, которая может, ну, сильно как бы и не быть заметной, если вы не очень склонны к отекам. Она проходит очень быстро, и для этого можно носить специальные фиксирующие маски. Иногда наши пациенты даже не замечают этого. То есть, в общем-то, в течение нескольких дней можно применять какие-то обезболивающие препараты, нестероидные противовоспалительные, которые в том числе острую воспалительную реакцию немножечко гасят и делают более комфортным реабилитационный период. И должна сказать, что, конечно же, в отличие от других методик, мезотерапии, каких-то аппаратных методик, на мой вкус реабилитация от мезонитий гораздо комфортнее, потому что нет такого количества, может быть, синяков, нет такого отека, нет некого покраснения, набухания кожи. И вполне вы можете такой курс проводить мезонитий даже без отрыва от своей основной деятельности. И методики нитевые именно поэтому, наверное, сейчас все больше применяются, потому что пациенты понимают, что не сильно их выбивает это из рабочего графика, даже как, например, вот мезотерапия, когда очень много вколов, больше 100, да, и могут быть и также многочисленные какие-то гематомки и синячки.